В Горловке проходит 4-й открытый городской молодежный форум «Идея». Его проводит общественная организация «Молодая республика» под патронатом главы города Ивана Приходько. Форум включает в себя два основных образовательных направления. Будет проводиться 4 дня. Некоторые из них будут тематическими, как, например, день общения, день командообразования или день движения. Этот форум в этом году у нас чем интересен? У нас две площадки будут. Одна по волонтерству, другая по написанию проекта. И что самое интересное, по тому и по второму направлению будут сделаны проекты на протяжении форума. И в конце будут выявлены победители, 5 победителей, в результате которой проекты будут воплощены в жизнь. Или у нас в городе, или в Янакиево, или в Ясиновато, и смотря какой город выиграет. Главная цель форума – создать платформу для привлечения лидеров молодежных движений в социально активную жизнь родного города и республики в целом. Задача форума – найти и поддержать активную и талантливую молодежь, создать условия для общения и обмена опытом, вовлечь ее в процессы развития социальной сферы и гражданского общества, а также решить задачи развития города, используя систему проектного управления. Для меня большая честь находиться здесь, в месте, названном имени Володи Дубинина, и видеть сегодня этих молодых ребят, которые сегодня в северных районах Донецкой Народной Республики, ребята из Горловки, из прифронтовых районов, из Ясиноватой, из Янакиева, ребята, которые видели своими глазами войну, находятся здесь и вместе развиваются, обучаются, получают новый опыт, новые умения, общаются друг с другом. Всего в форуме принимают участие более 150 человек. Помимо образовательной программы, ребят ждет 5 бизнес-игр, 10 командообразующих тренингов, фотоэкстрим, выступление кавер-групп, чемпионат по настольным играм, ночной квест и кинофестиваль. Александр Платаренко, Сергей Савельев, телеканал «Оплот».